Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале ToshPlay, меня зовут Тоха. И сейчас мы посмотрим игрулечку The First Descendant. Вот, она еще не вышла, находится в разработке. Но вышел последний тест, скажем так. Final Test. И на него можно было попросить доступ. Мне его предоставили. И, кстати, мог попросить доступ каждый. Довольно-таки она была представлена недавно на презентации, не помню точно на какой. Вот, и далее, грубо говоря, поиграть в технодемку. Там была сейчас небольшая заставка, там было все резко, быстро. Запись не успел получить, запустить, потому что там еще были эти шейдеры какие-то, еще что-то такое, вот. И подошел к нам сейчас командир, сказал, типа, вот надо бани, которая на заднем фоне. Надо ей, говорит, помочь. И кто пойдет, вот. И мы теперь выбираем персонажа. Ну, так. Выбрать, а как почитать? Давай за нее почитаем. Ясно, работника для меня. Работенка для меня. Активные навыки. Что-то выстрелило, холод. Ускорение ног. Стан противников. И просто ауешка, окей. Пассивный навык. Описание навыка. После применения навыка для наложения на врага определенной стадии эффекта. Ледяная окова создает сферу льда, которая окружит поблизости. Так, защита средняя. ХП мало. Максимальная защита маленькая. Магии мало. Остальные щита средняя. Что у этого парня у нас? I'll go. I just need to blow up everybody except Bunny, right? Защита нехилая, ХП средняя, максимальная защита тоже. Что не дрыщи такие по максимальной защите? А, ну это, короче, огненный персонаж. Ну это утер-шутер, как бы, обычный. Вот, а это у нас, по идее, танк, да? Leave it to me. Defense is my forte. Защита до хрена, ОЗ до хрена. И земля, скорее всего, будет, да? Не стихийный, а ну просто танк. Да, щит. Блин, мы такими не любим играть. Погнали вот девушкой. Да, работа для тебя. Погнали. Погнали, все. Зажать. Зачем? Типа, чтобы случайно не кликнуть. Утер-шутер предполагает под собой то, что мы будем собирать просто кучу-кучу разных оружий, разных шмоточек, еще всего по ходу игры. Ну, стандартные вещи. Абсолютно. Короче, так, будем ходить в рейды за лутом. Сейчас заставка пройдет, расскажу маленький сценарий, который был в начале. There's no iron heart on that side either. This is the last. Прикольный шлем. Let's get this over with. The architect ruins. It took so many soldiers to find this place. Please let the Ironheart be in here somewhere. I hope it is too, Bunny. I'd like to give Albion some good news. Finding the Ironheart is important, but so is retrieving it. The Vulcans also have their sights set on these ruins. Don't worry about that, Alpha. Да, он не смотрит в стекло, но это внизу находится. Не на уровне глаз. So, do you know what the heart looks like? I guess we'll know it when we see it. Секундочку одну. Надо кое-что поправить. Come on, hurry up. Thank you.
что оно так это так замылено. I'll take the lead. Погнали gotcha. Дальше. Надо бы чуть поднастроить. Whoa, what the heck? What's going on? All operatives report. Что у нас тут? We almost died. Стрелять I'm можем, okay. перезарядка AR, но управление как-то прыгать. Resume operation. Главное, прыжок есть? Есть. Our path's been cut off. We better find Алло, a way around. А я? Присоединитесь к бане. А, мне через этот проход. А, теперь открыли. Ну, Bunny, be careful. I have Bunny, осторожнее, у меня плохое предчувствие. Что темень? Что за пелена? Что она какое-то... Какое-то серое. Ну, стой. Я же настраивал. Блин, я мышку двигаю на миллиметр, наверное. Полмиллиметра. Нет, сенсивити, это, конечно, жопа. Так. Контроллер. Скорость курсора. 3. Да все равно до хрена. А, не то, ладно. Скорость курсора будет 10. Общая чувствительность по сети X. Там 25-25 поставим. Ну это все равно жесть. Ставить 7-7. Damn it, the Vulcus. What? Что-то я вообще никакой разницы не вижу. Don't worry about me. Чуть-чуть теперь двигаю не на миллиметр, а на сантиметр. Для шутера это жопа. Алло. Вообще давай два. В КС-очке. У меня в КС-очке вообще 1.2 стоит. Ну, чуть-чуть лучше, ладно. Glad you're safe. Привет, Банни. I won't die on you. Don't worry. Такая. No need to brag. Come on, let's keep going. Когда тьма не темная. Вот здесь вот черный нормальный, прям черный. Когда там играешь, он какой-то серый. Не очень приятный. Причем совсем-совсем. А, в чем затравка вообще? Получается, люди получили какую-то силу, чтобы выживать, все было круто, но появился какой-то хрен, который захотел захватить мир, ведет все к коллапсу, и люди, используя свою силу, хотят ему противостоять. И вся затравка на игру. Типа мы эти. Избранные. Наверное. Но это не точно. Cover me! Прикрой меня. Я тебе сказал, что делаешь. So this is the Iron Heart. Это железное сердце. Мы можем закрыть стены. And when we have all three of them, we can stop the Colossi and the Vulcus. How awesome is that? Что мы сейчас получим суперсилку, да? It feels like the Iron Heart is somehow calling to me. Wait, what the hell? Теперь мы станем стражами. Кто знает, тот поймет.
Ой, здесь черный нормально. Здесь освещение нормально сделано. Там в пещере, конечно, жопа была. Вы меня серьезно учите прыгать? Окей. А, как карабкаться. Попробуйте выбраться из неизвестного места. Как карабкаться? Что за кипс? Алло. Двойной прыжок — это хорошо, а как? Е, F, Tab, Ctrl. Непонятно. Оббежать можно? Оббежать. Нет, нельзя. Так, а как-то аккуратненько пропрыгать тоже нельзя. Могу только умереть, да? Спасибо. Проход какой-то есть. Тут нету. Еще какая-то. Садиться мы не можем. Х. Ничего не можем. Мне только наверх целиться. Стрелять. Тут она не становится. Тут тоже. Ну еще темень такая, ну писец обучение. Ау, где-то можно было. Окей. Там хрен просышь, это место, конечно. Беги. Рывка нету. Ну нет, так нет, окей. Для перемещения с помощью крепкошки. Это было опасно. Так, ну крюкошка — это уже приятно. Залазь. Так, ну мы по идее выбрались. Сейчас нам должны дать overpower, more power. Пойдем разматывать лица злодея. Ну это не точно, посмотрим, что будет. Пропускать не будем, интересно. Пока все стандартно, затравка стандартная. Обычный типичный утер-шутер. Где-то я такое видел недавно. У тебя тоже шиза? У тебя еще голоса в голове появятся, будет вообще отлично. Да, я здесь, прикинь. Я тебя нашла, белая женщина. Светящаяся. Без сознания обретает форму. Да ты мой голос в голове. Уважительно звучит. Она меня одевает. Too, the guide? Yeah, I saw it. It took me to a weird place. And... Hold on. Or it's the Vulcus. They found their way here. Vulcus.
idea what's going on. Стрелять, пускай занимается своими делами. Target secured. I'm moving out. You need to stay alive. We have a lot to talk about. Understood. Be careful. Опять нам не дали пострелять, тут дали троих в начале сам, блин, это утро-шутер или Лара Крофт, блин. Опять бегать не, окей. Ну, вступление такое, вступление. The Vulcus attacked. Where are you? I have synchronized with your consciousness. Опять мне найти надо? Ты кто? Focus on the heart. А, это не наш. You must not be captured. Блин. Я так не понимаю, почему не выпадает. С такой сенсивити, блин, попробуй попади. Прицели тоже. Это жесть. Так, нам туда, хорошо. Слушайте, ну это нереально. Клавиатура мыши. Общая чувствительность. Десять. Прицеливание 10. О, другое дело. Слава. А, контрольный кувырок. Окей. Поворот он, да? Теперь хоть прицел на цель одел. Вот теперь погнали. Что здесь нет фонарика? Ой, кто? Нажмите, чтобы провести дополнительную атаку. А, удар кулаком, окей. Удар огнестрельного оружия наносит минимальный урон, когда перезаряжается дополнительная атака. Выпусти меня на улицу уже. Босс какой-то хоть будет. С. Льдистый путь. Замедляет врагов. Кью, а сколько льда выстреливали на вас? Так, окей. Метель создает метелицу. Нажмите, чтобы создать в уклоненной области метель. You are under the influence of your unconscious mind. Test your limits. What the? What kind of power is this? А, секунду, сейчас вернусь. Прошу прощения, позвонили. Ну, вы это все не видели, это вырежу в монтаже, поэтому для вас это заняло всего лишь полсекунды. Проходит даже по этому, по не воздуху, по не земле. It's been a while since your last report. Have you regrouped with Bunny? Не очень удобное управление по этим сделать. Noted. По скиллам. I'm at the rendezvous point. Bunny, по-любому кому-то переделывать, потому что Bunny, когда ты бежишь, respond. Пальцы вниз опускать не самое удобное управление. Можно было сделать как в Overwatch хотя бы там как-то. Сразу под рукой.
главный злодей. Хорошо впечатал. Ай, Ваня. Меня только не за уши. Стальное сердце. Каврал touch the heart. It triggered some kind of anomaly. Что баня в броне, ладно, на нее палать не будет. Стратегия нужна будет какая-то, то будет довольно-таки прикольно и интересно с ними сражаться. Так, куда баня вылезла? С кого с вами можно сорвать несколько деталей? Окей. Нажмите так, чтобы воспользоваться ESIV, подсветите разрушаемые детали. Таб. Разрушаемые детали подсвечиваются желтыми, можно удалить. Когда деталь станет желтой, выстрелите по ней крюком кошкой, чтобы схватиться за нее. Если кого-то начнет пытаться вас бросить, нажмите правую кнопку мыши, чтобы удержаться на него. Вот это, кстати, прикольно. Если вам удалось зацепиться за деталь, быстро нажимайте, чтобы сорвать ее. Понял. You want a piece of me? Где он еще? Обучающий босс, Alpha, это не страшно. Простим это. The operation failed. Damn it! I never expected Corell to show up in person after everything we've gone through to find that Ironheart. If we don't find the other two Ironhearts before he does, the dimensional wall will be in danger. Don't lose hope, HQ. We've made contact with a guide. It's going Светница. To help us. Он поможет. А что у тебя с волосами? Окей.
Альбион, бешенство. Опять подготовка шейдеров. Descendant, follow my voice. I need your help. Humanity requires my help. Где тебе искать? I can find the Ironheart. Enzo. О, еще человеки. Did you hear that voice? Так, ну это хаб, да? Yeah, I heard it too, Bunny. I need to explain the situation to Alpha. You should go and get treated. What? Can't Alpha hear the guide's voice? I don't hear anything at all. А еще пока вот откуда кто играет. А, ну сейчас пойди вроде все со Стима, да? Now, are there any other descendants who have had contact with the guide? Aside from Jeremy, пригласили группу, запрос, друзья, блокировка, личные сообщения. Понятно. And the descendant who first made contact with the Ironheart will be arriving at HQ shortly. Эмоции есть какие? When it comes to the guide, we have to consider all possibilities. Вот они, группки бегают. Make sure хорошо. You familiarize yourself with everything. Доктор. Good to see you. Shall we discuss the upcoming operation? Доктор Кит, что нам дальше надо? Интерфейс. Это высадки. Остановите добычу Кайпера. Защитите ресурсы Альбиона. Это миссии. Что тут? А, это чьи-то руки. Два непрайма. Устройство, используемое для пробуждения архи. Пронизывать тело потомков. Окей. Это еще будет меха, будет вообще круто. Ладно, погнали по этому фиолетовому значку. Посмотрим, что там он себе представляет. Может, а дальше. Или потом посмотрим еще одну миссию, например. Что там написано. Были в списках миссий. А, Светяшка. Привет, Светяшка. Поговорите с советницей. Вот это... И система, подключающаяся к потомкам через Арху. Новая надежда. Первые потомки, которые связались со мной, спасибо, что откликнулись на мой зов. Это Альбион, последний оплот человечества. Ради железного сердца было отдано множество жизней. Я хочу помочь человечеству. Моя система может обнаружить железное сердце. Однако мои функции были повреждены после отделения от железного сердца. Если я получу доступ к данным, оставленным моими создателями, предками, я смогу найти способ восстановить. Я вызываю ко всем потомкам, что могут услышать мой голос. Прошу, помогите восстановить мою систему. Доставьте меня на базу предков. Система, которая может найти железное сердце. Что это вообще такое? Alpha, looks like the guide is speaking to another descendant nearby. I've uploaded the details of the conversation to the command console. В дальнейшем можно будет создавать именно своего персонажа? Based on this, the guide seems to be more AI than spiritual being. Any descendant who's been contacted by the guide, please report to HQ immediately. Магазин. Пошли посмотрим, что в магазине. As a non-descendant, how do you feel about this phenomenon? I believe it holds sufficient strategic value to be of interest. Магазины, магазины. Окей. Yeah, so what do you need? Покупка экипировки. У меня нули. Нету смысла даже смотреть, я понял. А, пойдем продать что-то можно. Keep it short. Использованный предмет можно продать. У нас ничего нет. Я понял. Так, а шматье тут есть? Какой-то стартовый поступить. Письма. Почтовый ящик. Награда за испытание события. Если потом вы выполнили задачу события, не забудьте забрать свою награду. Что-то дали. Что у тебя?
Would you like to use the laboratory? Лабораторию. А как он изменил внешность персонажа, алло? Я тоже так хочу. У меня другое лицо, другая прическа. Может, как-то можно будет. Тут тоже другое лицо, другая прическа. Это здесь? Знания о модулях Силеон получил от магистров и теперь руководит всеми исследованиями модулей. Улучшить модули. Да давай уже. А выйти из руководства. Улучшение оружия. Все мои потомки. А у меня модулей нету, я понял. А что еще там? If all modules were the same, I'd be out of a job, right? Разобрать модули тоже нету. Окей. Ну, мы только начали, вряд ли на что-то вообще будет. Так, письма. Что здесь? Now what do you want? Магистр присоединившегося к человечеству обладает безграничными знаниями и информацией о различных технологиях. Ну, можно получить нового потомка или оружие. С помощью исследований можно получить. Выберите предмет для исследования. Потомок. Ага, их открывать можно. Еще и покупать. Как она выглядит? Не, мне не нравится, кстати. Баня классно выглядит. Да, и это прикольно. И пусть стартовая баня будет. Заявка на исследование. До хрена всего надо. Надо будет поиграть, чтобы найти. Окей. Я тебя запомню. Погнали еще какую-нибудь миссию выполним. Ящик, миссии. А куда? Стоп, куда? Где? Я пробежал. Серьезно. Got a question about the operation? Стратегические решения. Не думал, что советница поговорила с тобой. Я считал, что ты направишься сразу в штаб. Во-первых, отличная работа на сложной миссии. Сам Карел появился лично. Даже я встревожился. Вдобавок, после этой операции среди потомков началось появляться странный феномен. Надежда, говоришь, ты имеешь в виду советницу? Честно говоря, я подозреваю, что советница — это либо новое оружие Валгусов, либо новый враг человечества. Очень умно утверждать, что она может найти нам железное сердце. Кто же отчаявшийся не захочет это использовать? Так я расставляю ловушки, у всего есть цена. Однако, похоже, мои офицеры не согласны. Энзо и Нелл предложили проверить надежность советницы, выполняя ее просьбу. Если честно, у нас нет ни единой зацепки по железному сердцу. Давай проверим. Они решили, что ее советница может помочь их найти. Она будет того стоить. К счастью, на занятой нами территории есть база предков. Мы планируем связаться с советницей оттуда. Потом, я хочу отправить на эту миссию тебя, Банни, доставить советницу на базу предков в Кингстоне. Наилучший вариант — отправить потомка, который находится ближе всего к железному сердцу. Банни, знаю, ты восстанавливаешься после ранения, но надеюсь, ты поймешь меня. Я свяжусь с корпусом расследования, чтобы вам обеспечили поддержку. Надеюсь, мы получим какие-то результаты, вне зависимости от поворота ситуации. Поворота ситуации, нужно держать в руках карту. Новый костюм. Он не будет
Naturally. Ow! Damn it! Ну, открыл карту, что так. Входя в зону, выберите режим открытия или частное. В частном режиме вы можете играть в одиночку или со своей группой. В открытом режиме можно играть со всеми остальными игроками. Ну, пока частное. Карта мира или дадыдын. Какой фаст-тревел хороший, а? Опа, и там. Водичка закончилась. Какой-то заброшенный был. Да, игра на троих. Группа до трех человек может быть. Ну, судя по телепортам. Добро пожаловать, потомок. О, светится уже не светится. Прошу тебя, не пугайся. Мне дали этот облик, чтобы облегчить коммуникацию. Я связан с архой потомков. Я могу являться тебе вне зависимости от того, где ты находишься. Но моя система еще не полностью восстановлена. Пока что видишь и слышишь меня только ты, потомок. И куча других потомков. Ищи здесь подсказку к тому, как восстановить мою систему. Только тогда я смогу помочь человечеству. А вот ты где. Погнали. Я Маркус из корпуса расследования. Мне штаба поступил приказ сопровождать тебя потом сюда, пожалуйста. Потомок. Что, потомков имен нету, блин? Что за хрень? Ну, там же кто-то скачет. Погнали. Thank you for all your hard work during the operation to retrieve the Ironheart. Result, так, ну, с рядовыми этими NPC-шками разговаривать не хочу. Погнали еще. Все, куда? Начните миссию вместе. Ascendant, be careful. Well, the signals are being detected from inside the communication center. Там вон человечки воюют. Ладно, пусть бегают. У нас есть муж. Стоп. Я не туда пошел. Снайпалю. Ага. Хорошо. Дробовик. Так, подбирать пушки можно еще другие. Так, выполнение миссии 5. Ну, не бог, хотя бы это будет. А как отсюда выйти? Задавишь.
миссия выполнена. Все. The emergency communicator has also been taken out. This is the first time they've launched such a large-scale attack. You must reactivate the communications repeater in order to reach the communications repeater. Так, этим мы сейчас можем туда угодно, да? They'll be attacking from all sides using their assault ship and transmission devices. Это видишь, ребята бегают. Ну, больше теперь работает, тоже работает. How are we going to communicate? You guys can't use these things. We can manage short distance communication, but not long distance. We need the emergency communicator back online. That's why HQ has been so quiet. Да, вообще, очень сильно похоже. Просто там, где за стражей играю. Просто почти один в один. Так. Не знаю почему, и почему-то крюху эти ногти может. Где задание? Задание пришло ко мне само. Реактор, навык слияния, горение, повышение силы нашего навыка. Come on, Graham, we don't have anything valuable here, and our great knights will be able to hold anyone off. Модуль могу всунуть, да. Think there's something you should be more worried about. Look at the sky. Does it look strange to you? Wait until you're my age. My eyes don't work as well as they used to. Так, заходим. The sky does look different somehow. But if this is one of your tricks to try and take the day off, Johnson, I'm going to report it. It's not, I еще promise. Можно поменять, да? Is that a person? Окей. Ковырялка тоже. Это только начало, потом будет целый этого просто тонны в карман. Сиди и ковыряй. I'll leave you to it. We'll join you once the communication repeater is deactivated. Что это за работишки такие? Так, это еще один, который вокруг меня катается. Она тоже наносит по одному. Так, еще одна осталась, да, окей. Ну, графоне побегать приятно. Погнали в дом. Динамика приятная в игре. И чего? Только что оттуда.
То есть я должен, мне надо пробежать всегда, да, снизу вверх, блин. Damn it. The Vulcan forces have managed to infiltrate this far end. Чтобы скрипт сработал. Protect the repeater until it's fully reactivated. И что мне с тобой делать? Мне кажется, что получится. Я так понял, вообще не стреляют. Сашка появилась. Могу открываться, да, 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 да. Эффектик мог бы быть тоже такой интересный. Он слишком приглушенный. От пушки. Enemy command is spotted. If we take them out, the rest will give up and retreat. Песами надо все обгонять всадить. Патрончики, патрончики. И идите в зону проведения операции. Метров внизу. Миссия выполнена. Какие-то модули дали. Там вроде как оружие должны были дать. Угу, почитать подсказки. Думал, дверь открыть надо. Так, ну следующая миссия. Так, уже 51 минутка, это пройдено. Давайте на солнышко выйдем на крышу. Думаю, для первого взгляда этого вполне хватает. Все, кто хотят поиграть, я думаю, сейчас можно получить доступ. Я не думаю, что там надо будет ждать долго. Довольно-таки прикольно. У них последний final тест идет технический. Вот. И сейчас не играют все, кто давали запрос. Я думаю, если сейчас дать запрос, тоже дадут. Вот. Потому что я надо все равно тестировать сервера, тестировать игру. Игра идет более-менее плавненько, но надо чуть привыкнуть к динамике. А так вообще, в принципе, прикольно. Плохо, что нельзя создавать своих персонажей, только изучать каких-то определенных. То есть своего, как кого хочу, не сделаю. Ну, это погрешности. Вроде там, будет, если будет добавлять дальше нового персонажа, будет прикольно. А так, хотите играть и... Пробуйте поиграть, хотите, ждите, пока выйдет. Я в трейлеры смотрел, в трейлерах довольно-таки классно все поставлено. Особенно, когда будете бегать втроем, я думаю, намного интереснее будет. Или вдвоем хотя бы, тоже будет намного интереснее. Ну, красивая такая, современненькая игра. Не, конечно, не супер-пупер, но для утер-шутера очень даже.
Вот, а вы ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. И всем пока-пока. Staring, but don't want no smoke. I hear you talking, but I'm here for the show. Don't get it twisted, baby. I-